Коня охит. Поставь на меня, я не знаю, там, блядь, нет, которая не скидывается какая-то, блядь. Звезду не знаю, блядь. Ее обновлять постоянно надо. Паладин каски. Касок нету. Какой пул? По шаманам, порогам, по ДКшникам. На ком нет? На мне нет ничего вообще. Паладин, ты тут? Тут я, паладин. Сейчас, ой, извините, каски. Коня смени сразу. На огонь просто. Так, сейчас буквально 2 секунды я маму отведу. Погоди, сейчас. Один ребенок, второй, третий, четвертый. За линию зашли. Все нормально будет. Сяду, принял. То это, ты обновляешь. Подождите, паладина, подождите. Все, а то. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Звезду стали все. Блять, агро. Сейчас. Скидываем. Метеор на танке, стоим на месте. Смотрим за огнем. Ушли все с огня. Ну да. Они сейчас на туре думают, что это ДПС. Диспел. Обратно. Это с жаром спавнули. Рога не стой, вышел куб. Дали все звезду. Два шамана, давайте мне остается. Геро. Бдилку. Кидай тотем на рейд, ой, щит на рейд. Я на танке кидаю. Готовимся лезвие. Побежали за звездой, ну блядь! Диспелить. Выносил метку, потом не успел поднять рейд. А там бы не поднял, там два ваншота было. Короче, я их буду, блядь, водить раньше. Ой, ты немножко не прокрутил. Там уже лезвие началось в районе, ну. Ну, почему-то кто-то умер, а кто-то нет. Потому что кто-то следит за лезвиями. Да кто-то потому что следит, а кто-то балак делает.
Мы еще даже до третьей фазы не доходили, да? Покинь тело, паладин. Если что, рыбы ли. Сейчас дам. А что там в отмене получается у вас, ребята? Да жопа тут полная, вот и все. Ставь рыбу. Думаешь, ее так легко найти среди кучи мусора? Знаешь, почему это больше роми? Потому что на этот раз у меня бурс нормально зашел. А то я, блядь, три трая траю, нахуй, мне просто рывок не дается в босса, и все, ну. Прожимает, но не дается. А, есть, есть роми. Кто, кстати, с меня во тьме диспелил дебаф? Никто, только ты. Кто-то диспелил. Ну, только ты один диспелил. Только ты, потому что... Паладин... Для проверки, ни у кого не стоит тотем на диспел? Там... Тотем на диспел это не диспелит. Тотем проклятие. Тут только лок диспелит. Звезду все встали. Звезду. Роми назад отпинь. Выбежал. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Звезду. Вера. У меня когда 30 секунд. У всех когда 30 секунд. Помидорка, вынеси! Рога выбежал. За звездой пошли. Невр побежал. Что там с ростом-то? Побежали за звездой. Саня выносил просто. Я одну в рейд, одну в тебя. Дайте по юниру шаман. Третья фаза лезвия. Прохил танка. Тьма, стоп. Звезду стали.
блядь, сняли с меня. Диспел. На танке стоим на месте. Танк прибегай под боссом. Вы тебе тоже упали? Может один шаман. Может не пивать? Рэл, может я буду во тьме это хули пол. Просто как бы я подхилу, там у вас все будет четенько. БДК танка, Алиса, смотри, когда на тебе метеор, под тобой твое пламя, ты пробегаешь под боссом, под его пузом и становишься под хвостом. То есть он должен оборачиваться. Да через него бежишь, да и все. Просто сквозь него, да и все. Как стоишь на него, бежишь, а он тебя разворачивается, и ты разворачиваешься. Рыбу сами. Только как ты делаешь такого плана, не круг, то есть... Ты начинаешь, если через него бежать, делаешь так, чтобы морда поворачивалась именно... Хвост, короче, чтобы поворачивался к рейду. Вот так тебе сказать лучше. Да, еще момент такой, я буду во тьме диспелить, это хули паладин. Да, тогда я свет. Сошли за линию. Звезду встали. Да ёб... Дискал. Да! Бегу, мне не диспелил его просто. Шамка, не диспель пока, я на первой тоже подиспелю, это хули паладин. Так, по дисплею, все нормально. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Встали в звезду. Шама, срай. Гера, КД. Под морду не беги. Расскажи мне ж... Побежали, хулипал. ДК Стрейдер. Да буду, конечно, конечно. Ты кидаешь этот? Да я уже забежал. Он у нас. Да, это не Инна. Гера. Среда. Побежали за звездой. За звездой побежали. Рога. Стоим. Куда ты побежал? Зачем ты бежал, если на тебе метки не было? Бей босса. Шам, сред. Лезвие побежали. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные. Да. Перед посланником смертокрыла.
Выбежал. Диспел, диспел. Рогу диспел, блядь. Ну кто на... ДКшника продиспельте нахуй. Ёбаный Роксаня. Минус ДК. Дайте БР. Срегер. Срога. Продиспелили. Саня продиспель. Хорош. Назад. Готовимся скоро метеор. Перебежали все, перебежали. Танк, уйди, уйди, уйди. Прохил танка, прохил, прохил. Скоро метеор, готовимся. Выбежал. Испали его. Метеор на танке, танк пробежал. Стоим на месте. Смотрим за огнем. Огонь в рейд. Стали в звезду, бьемся. Выбежала орхидея. Диспел ее. Стрейдово. Стали в звезду. Готовимся метеорску. Пробежали. Прибежали быстро. Не могу понять, что у меня спирт. Маны нету, залей орхидея ману ему. Есть у тебя фласка на ману? А пока живые. Ну, у Лучедана нет маны вообще. Сам, иди к нему, сам, иди к нему. Все нормально. Да, вот. Выбежал, выбежал. Стоим на месте пока. Выбежал, блядь. Саня. Нахуя? Метеор. Чего с этими было? Так, по свету я не могу понять, почему у меня только 908 рейтинг скорости. Это такое впечатление, как у меня... Стоп, а он почему у меня не светит, а у меня половина вещей сломалась, какого-то лешего. Все, я понял. Все, понял. Ты сейчас только увидел. Ну, почти добили. Я даже за материальностью не смотрел, а смотрел, блядь, за тактиками. Так, это мой косяк, или... мой косяк, мне полтос начислить тебе по ГПшке. А, похуй. Смотри, я реально не прохилил нашу сторону нормально, по причине того, что у меня после предыдущих траев часть вещей была сломана. Поэтому нормально не было отхила, поэтому я по мане сел. Отхил по рейду был, не было, короче, я не знаю почему, но черная метка здесь и все откинул его, нахуй. Не знаю, какая-то такая хрень была, темная именно, блядь, и весь рейд нахуй откинул. Ну, не весь, а мне точно. Да-да-да, уже залетаю, починился, наверное. А я не сажусь по мане, это тупо вот из-за поломанного. Танк все хорошо делает, так что все нормально. Так, почти все научились уже, да? Орхидея, у тебя есть ДБМ?
Нет, ДБМ у нее не стоит, она вообще комп умер. Я ей, если что, по анонсу, не переживай. Да, Саня, ты вроде с последней метки не выбежал. Каску, лапу. Да, ничего нет, пожалуйста, баф. Лапу бафни. Бдилка, повесь. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Выбежал. Я в обход побежал. Давай. Только не через лицо. Да мне без вариантов, я на дальней этой. Я мог бы через ход бежать. Там пламя уже разливалось. Диспел. Готов, сметер, будешь. Перебежали все. Переводим. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Ставь себе звезду. Выбежал. Вернулся. Гера. Холи Пау пришел. Орхидея. Друи. Назад. Побежал, холипал. Скоро третья фаза, готовимся на порталы. Под лезвие только не бегите в портал. Диспел. Сейчас лезвие будет. Выбежал Саня. Где спать себя? Перебежали. Блин, ну чего ж ты? Я ж на себя бабу кинул, Шан. Что, ложимся? Что там было? Да, конечно, конечно, держу. Так остал буквально вот миллисекунд. У вас два хила. Не-не, оно. А, ну не цепной, он точечно тебя должен. Смотри, Шепер, а держишь как? Держишь быстрее. Серьезно, я волны. Кидаешь большую.
Сцепную, большое цепление, большое цепное сидит, блядь. Нет, не цепную. Именно без цепной. Ты должен быстрее, но две волны. Хорошо, все, я понял, так, хорошо. Ну, там есть холипал, а рейд кто будет прохиливать? Он вообще в пиздаках нахилил. Но это я уже в сету был, я не знаю, как у другого. Пока не бафайте, ждите, пока Элинар вернется. Постоянно спрашивают, когда у нас арта, я пишу 19.00. Фласка закончилась, ёха, не было. Учимся, учимся пока что. Пробафайте ДК, каску дали, 300 баф. Зашли за линию. Диспел. Я, кстати, первый раз реально об этом. Потому что я хотел быстрее сдиспелиться, но ты близко стоял. Переводим. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Он раньше тебя зашел. Я просто правой клавишей нажал, нечаянно. Здесь все стрим. Выбежу. ДК побежал, блядь, за звездой. Гера. Выбежу. Побежал хулипом. Быстрее, быстрее, быстрее. Скоро третья фаза, готовимся, порталы. Я есть свет, и я есть.
Пока нет. Раздыхание. Пошли в портал. Да, пока. Звезду встали все. Выбежал в Роме. Прибежали. Звезду встали. Выбежал. Вернулся. Готовимся, скоро метёр. Прибежали. Выбежала сова. Стопнули свет. ДК стопли. Бьём. Скоро метеор. Выбежу. Стопнули свет. Идем. Метеор на танке стоим. Танк прибежал. Лучше завернула в рейд. Стоим в звезде. Да я знаю. ДК, вернись в звезду, встань. Саня тоже в звезду встань. Выбежал ДК. Зеленка прожми. Диспель. Стопнул свет. Бьем. Перебежали. Стопнули. Я поманил. Вот мне полностью. Я уже ставил. Выбежу. Я прослеп. Готов. Блять. Спель. Готовимся, метеор. Метеор на танке стоим, танк прибегает. Добиваем. Лут какой-то. Труповой. Вот он, кабот. Мои. Ну, страшно. Страшно. 100%. Ну, да, у меня есть. Ты запиши кому, если что, ГП давать, кто типа уже опытный, кто прошел, так сказать, через огонь и пламя, там, так сказать, там уже не должен умирать. Да, иду, давай. Я приглашаю. Так и мы по сразу, да, что же. Максим. А, начисляй, я сделаю все. Эрпал, правильно? А, хулипал, пардон.
Белка. А ты не можешь эту пятихатку на вара перекинуть? На лучшее. Я могу, но давай лучше к Тёме, чтобы не было там потом кто-то накосячил и нужно это все. Ну, вообще-то вар он хотел. Сейчас я заведу. Я сначала летела, когда ты книжкой. То все равно. Да, запад не упали, но пофиг.